Добро пожаловать на канал HardRSD Info. Перед нами устройство Sony Xperia One Mark III. Думаю, ни для кого не секрет, что каждое наше действие в интернете записывается в истории нашего браузера. То есть все, каждый сайт, на который мы заходим, остается в истории. Смотрите, как очистить историю. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем на кнопочку «История». Вот все сайты, на которых мы только что побывали. Если вы хотите удалить выборочно какой-то сайт, просто нажимайте на крестик возле ссылки на сайт. Либо же нажимаем на историю, на очистить историю, выбираем, за сколько времени мы очищаем историю, и нажимаем удалить данные. Отлично, теперь вся история была стерта. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, до свидания.